Сегодня праздник у девчат. Сегодня. Всем привет! Вы находитесь на канале Енота Гробовщика. Да, клевый енот. В клуб пришел. Вот. Да, на прошлой серии мы остановились, чтобы поперлить голубую лагуну. Это он снял у Дока квартиру. Да, непонятно, что мы тут ищем. Надо быть осторожным. Мы нашли. Может, он и есть убийца. Визитку бешеного доктора или кого там. Бешеного строителя, у которого были всякие инструменты на батарейках. Ну и вот мы здесь. Что-то все танцуют, чему-то радуются. Да, какие-то хаотичные движения совершают. Никогда не понимал эти клубы. Ну, люди ходят туда, выплескивают энергию. Еще что-нибудь выплескивают. Энергию надо выплескивать на рок-концерт. О, да. И не только энергию, там еще, по-моему, вес. Да, и вес. Там много чего. Еще и килограмм удовольствия. Да. Я помню, когда ходил, что-то даже похудел на килограмм. Ты куда пошел? А? Куда пошел? Ну, я не знаю. Тут единственный путь, куда мы можем пройти. А он какой-то мужик пафосный сидит. Сейчас спросим у охранника. Не, он голубой. Так. Идем дальше. Нам нужен... Человек, которому Док сдал свою квартиру. А он, смотри, в углу слева. Он да, сидит толстый. Сидит. Такого с мамой. Подозрительный. Пора задать такой. Ему несколько вопросов. Вот тут внизу еще сидит один, нюхает что-то. Прям под лестницей. Он там целуется, видишь? Ага. С учительницей кто-то целуется. Учительница не ходит по клубу. Ну, обычно у учительниц такие прически. Что сзади шишка такая. А, да, вон смотри, тоже слева с шишкой. Да. Это, видимо, выпускной. Вон где-то трудовик. Нет, это не трудовик, но... Трудовика ты уже убил. Да. У него тоже было приглашение. Визитка у него была, да, его приглашали на этот выпускной. Так. Я ищу папу Мендеса. Не знаете, где он? Он за тем столиком. Вы знакомы? Пока нет, я хочу с ним поговорить. Не получится. Мистер Мендес просил не беспокоить. Какая-то толстая свинья. Они две толстые свиньи. Так, ну и как нам попасть? Надо яблоком кинуть. А, ты попробуй там двух охранников стравить. Не, подожди, все-таки. Подожди, он куда-то пошел. Может, нас пропустит сейчас? Мысли почитай. Может, что интересного. Нету, нету мысли. Башка пустая. Она женщина, и у нее шум моря. Нет, просто в клубе ни у кого нету мысли вообще. Головы пустые. Подожди, они смотрят на какую-то вон... На стриптизершу. Китаяночку. А, он ее к себе позвал. Да, ну, иди занимай место, танцуй. Так, подожди. Ну, говорит. Ладно, это теперь мое место, можно? Пака... Нет, нельзя даже встать. Пака там решил... Похоже, тебе всунуть. Пака любит, чтобы девочка да. была такая глупенькая. Так. Мысли у нас нет. Но... Опять башка пустая. Блин, а почему мы не можем... Допустим... Вот так же, да, как вон та. Да, наш... О, появилось действие, наконец-то. Сейчас, танцуем мы. Вот, танцевать. И музыка сменилась. Включается какая-то мини-игра. Знаешь, как Dance Central или еще что-нибудь. Ну, делаешь из себя глупенькую. Да. Умные так не танцуют. Как-то это не особо. Понятно. Теряю квалификацию. Умные, по-моему, вообще не танцуют. Даже не взглянул. Да, подожди, а говорит... Не, почему это умные не танцуют? Ты сейчас ну, они кого-нибудь такое... из подписчиков обидишь? Ну, как сказать, они вальсы всякое такое танцуют. А, ну... Я просто у меня есть парочка знакомых. Которые танцуют вальсы? Да, одна из них девушка. Вот. Вот чё. Мало ли, может, она в клубы ходит там. Не, значит, в клубы там... они не ходят. Так, подожди, ну, посмотрим, что у нее есть, идея надо какая-то. Надо изобразить что-то более сексуальное. Только найти бы, где переодеться. О, нам надо переодеться, отлично. Иди в эту, в сортир. Да, она сразу куда-то там туда. Там такая раковина заблевана, в толчке говно такое булькает. Туалетная бумага все измазана. Не, подожди, это женский, да? Да. Я вот никак... видишь, он... Знак, да? Он женщину целует возле знака, да. Значит, женский. Подожди, может, кто в туалетах есть? Только вышла бухая. Не, тут, в общем, никаких сюрпризов в туалетах. Не, смотри, чистый, золотой. Ты думал, там Фаренгейт будет?
да. Понимаешь, открываешь кабинку, а там, да, мужик другого убивает ножом. Так, что-то можно потрясти джойстик, она лохматит себя. Такую делает из себя там, прическу, я упала, синовала, тормозила головой, расстегнул. Так это можно было сделать и не в туалете, да? Там тормозила, чем могла. Так, это... Можно было снять юбку. Да вообще, в трусах одних танцевать. Ну. Каблуки надо сломать еще. Думаешь? Хотя бы один. Сейчас посмотрим, что нам предложат. Так, можем накрасить все глаза. Ну, это сложно. Я начал понимать женщин. Из туалета выходит, у нее глаза такие все изрисованы. Не, вон она что-то подвела. У ней такой стиль а-ля проститутка. Ну, обычно легкодоступные женщины так ярко красятся. Делают черные глаза. Так, и опять можно бошку потрясти? Или это уже да. Пригладить? Гривой потрясти так. Так, ну что еще? Что-то еще есть, что ли? Помада? О, как я угадал. Отлично. Тебе только и быть женщиной. Нет, не стоит. Вон, знаешь уже, что там, помада, тушь. Что там следующее, а? Сейчас, подожди, проверим. Мне кажется, все. А, нет. И что-то еще. Не быть мне женщиной, слава богу. Пистолет! Ну, это вообще неожиданно. Именно это и отличает женщин от других особей на Земле. Непредсказуемость. Не, я вспомнил серию «Симпсоны», где тот там Гомер изобретал всякие вещи и сделал дробовик. Этот, как он там? Ну, такой дробовик с красками. С говорит, красками? Да, говорит, теперь тебе не надо постоянно сидеть часами возле зеркала, а нацелился и в ружье. В лицо нацелился ружьем. Она такая отодвигает на стену, выстрелил на стене, такая размазня. Глаза там, губы. Смешно. Это такой, знаешь, ну, Симпсоны же, пародийный сериал. No. Где-то было такое, что изобретал кто-то вещи ненужные. А, в «Гремлинах», помнишь, там отец был у мальчика. Он постоянно изобретал всякий там набор, походный набор, там паста зубная, щетка, еще что-то. Ну, в общем, всякие... Не, я не помню. Странные вещи был у него отец. Я из «Гремлинов» помню только вот это. Яркий свет, и все. Больше мне ничего не запомнилось. А, подожди, он китаянку выгнал, говорит, давай, до свидания. Ну и что мы... Тебе повезло, киса. Босс зовет тебя за свой стол. Какая-то невеселая серия. Да вообще, какая-то унылая на самом деле. Почему нет убийств? Я всегда знал, что впервые в клубах так грустно. Думаю, я бы тебя непременно заметил. Меня зовут Пако. А тебя? Мэдисон. Я Мэдисон. Во как она. Ты мне нравишься, Мэдисон. Да, я смотрел твои трэшовые обзоры на трэш-игры. Ну это ужасно на самом деле так говорить. Как? Ну вот так вот издеваться, да, скажем так, за спиной над человеком. Не, почему? Мы же не издеваемся. Ну раз человек сам себя назвал так, да? Что поделать? Ну. Это единственная ассоциация, поэтому не подумайте, что мы так прикалываемся или что-нибудь еще. У вас, наверное, то же самое. Да, я думаю, у вас нет знакомых среди подруг, которую бы звали Мэдисон. Только всего один человек такой известный в интернете. Да. Не, он делает неплохие такие, знаешь, там, «Месть боксера», я помню, там, какой-то вообще трэш. Мне, не, помню, как-то давно-давно смотрел, где он бегал. Трубой бил близнецов каких-то постоянно. То охранники-близнецы, то какие-то строители. Не знаю, сейчас уже как-то времени не особо есть. Надо снимать свое, чем смотреть чужое. Так, и куда он нас привел? Офигеть, я тоже хочу такой аквариум. Ё-моё. У него тут ресивер, музычка. Давай, иди к нему в гости, выгоняй ее. Да. Она нам сейчас ни к чему, конфетка.
самурайские мечи, купленные в любом подземном переходе России. Смотри, обогреватель у них у рыбок там. Не, это не обогреватель. Обогреватель. Медленно. Не стесняйся, детка. Так, подожди, ну выпить. Выпить. Можно мне выпить? Знаешь... Что-то у нее мимика страшная. Да потому что она сейчас... Давно уже сломан, красавица. Иди сюда. Давай. Раздевайся. Потому что она сейчас набухается и забудет, зачем пришла. Что-то он как-то просто так, раздевайся и все. Может, сначала поговорим? О, нет. Чего языком-то чесать, киса? Правильно, чего языком чесать? Давай, уже. Порадуй меня. Посидели бы, в шахматы поиграли. Блин, где действия нормальные? Простите, я... Боюсь, мы друг друга не поняли. Ну, за информацию надо платить. Слушайте, я пойду. Она же сказала, что она кто там? Журналист или кто? В другой раз. Нет? Она вообще ничего не говорила. Разве? Нет, она же Итану помогает. Поняла, ну, она ему и говорила. Довольно тянуть время. Я не помню такого. Когда он спросил, чем ты занимаешься там. Да? Когда первый раз она пришла к нему в квартиру. А-а-а. Что-то я... Может быть. По-моему, так она говорила. Или книгу она сказала, пишет. Или что-то там. Да я уже не помню. Давай простегнем сиськи и посмотрим, что тут нас ждет. Или я фильм какой-то смотрел. Я не знаю, что ты смотрел. У меня на самом деле все в голове перепуталось. Иди. Должно же быть решение. После последней серии вот этой вот Red Dead Redemption мне снились... Смешались игры, да? Снились страшные сны просто. У нас как-то неудачно закончилась Dragon's Dogma. Подожди, у нас и это может сейчас серия закончится не очень удачно. Ну, почему бедрами? Давай, маши. Ну, джойстик не реагирует как-то. Не, в том смысле неудачная серия Dragon's Dogma закончилась тем, что он там пидорасом оказался. Да. Да. Не, и... наш-то... А подожди, да, герой оказался пидорасом. А мы ему-то верили, бегали с ним, монстров убивали. Поэтому он облысел. А он вот так вот предал всех. А потом, после вот этой серии Red Dead Redemption, где там какой-то... А смотри, действие есть. Сейчас уебем ему лампой. Сейчас пернет. Отлично. Вот что значит надрать задницу. Да, девушки не пукают, да? Скотч где-то взяла. Так, второй. Скотч и скотч. Посмотрим, как запоет наш мачо. Ну и что надо сделать с ним? А можно его ударить? Всего-то. Еще раз. Лампу возьми. Лампу? Магнитолу возьми. Не, Бог любит троицу. А, да, ты уже у нас верующий. Только пикни. Я убью рыбку. Черт, что тебе нужно? Ты снял квартиру на Марбл-стрит. Объясни, зачем. Квартиру? Какую еще к черту квартиру? О, стреляй! Нет, я лучше еще раз его ударю. Неплохо для девки, но ты меня не слишком сильно огорчила, киса. Я еще хорочу еще. О, такой маленький пистолет. Попадешься ты мне, жопу порву. Хватай за яйца. За яйца? Он уже... Занят. Звуки какие-то. А, ему нравится. А, она изображает, что они любовью занимаются. Ну, он сейчас друзей позовет, все охранники будут слушать. Как-то неудачно она подделала. Да. Ну что ж, спасибо за отличную идею, Пака. Теперь ты заговоришь. Да. Что ты делаешь? Хватит! Хватит! Ломай ему что-нибудь там. Могу продолжить. R1. Еще сжимает, что ли? В той квартире. Дал ключи одному типу.
который искал квартиру. Он заплатил. Сейчас лопнут. Подожди, еще треугольник нажать. Он не назвался, клянусь. Ну, еще... О, R2. Сейчас оторвет, оторвет сейчас. Его зовут Джон, о, Шепард. Джон Шепард. Да, из Mass Effect прилетел. Она такая поверила, да? Вот не играла в игры и... Не знает, что он ей набрал. Кто он там? Космический десант? Мне пора бежать. Не знаю, не играл. Увидимся, это... мой мачо. Шепард-то на могиле был мальчик, который умер. То есть, но... все сходится. Космический десант. Какой космический десант? В предыдущей серии Heavy Rain мы на могилу ходили, там был Джон Шепард. Или не Джон, ну или Джон. Надо выбираться отсюда. Как же болит голова. Да, да, мы... у меня тоже от такой музыки, честно, болит голова. Ну, смотри, а люди радуются. Двигают своими хаотично конечностями. Эти до сих пор пьют, ну, пустые стаканы. У людей же разный вкус на музыку. Я не люблю однотонную такую, монотонную. Чтобы она повторялась каждые 3 секунды. Я такое не люблю. Да, и правда, херня какая-то. Ладно, уходим из этого. Я даже не знаю, как это назвать. Стриптиз-клуб. Чё? Ну, просто клуб. Они пока еще все одеты. Сейчас. Еще да. Время пройдет. О, смотри, за Итана играем. Давно мы за него не играли. А он как оброс уже. Да, куда. И глаза поголубели. Фу! Ужасно. А у него не было прыща, нет? А, это у не, другого. Это у персонажа. Другого, да. Точно. Который там, надеемся, что еще вернется, похрамывая. Похрамывая. Может быть. Все может быть. Я вернулся. Гордость. Отличная ачивка. Почему гордость? Чему не такого знаю. Сделали? Не разделась, наверное. Ладно, подожди. Теперь но... погружаемся в мир грусти, печали. Он плачет или это дождь идет? Еще бы, ты вот печатал 10-пальцевым методом и хоба, палец себе обрезал. И теперь... все, у тебя 9 пальцев, ты не можешь до левого шифта или до левого контрола достать, да? Ты теперь не можешь печатать букву Х, З. Почему? У него мизинца нету левого. Должен был убить. А, мизинец? Вроде бы, да. Поэтому не можешь Shift зажать, там, Ctrl нажать. Оригами, Итан. Подожди. Ты не совершал эти убийства. Офигеть. Откуда ты-то знаешь? Может, он именует себя Джоном Шепардом? Что это меняет? Смотри, Шон, Джон. Похоже. Это сын его убийца. Шон, убийца! Да! Мы нашли правду. И что это такое, а? Кстати, ребят, пока тут разыгрывается. Целовать, конечно. Ах, не то нажал. Прости, я... Недотрога такая. Блин. Я не хотела. Не то нажал. Эй, верни ее, стой. В общем, я... Скажи, что передумал. Да нет тут никаких действий. Я пойду. Да, все, иди уже, что. Я уж думал сказать, что... каждую серию... С пивом вернись, и все получится. Да, каждую серию Heavy Rain разворачивается срач в комментариях. Наподобие, ну, как сказать, некоторые люди спойлерят, кто убийца, хотя на самом деле, откуда они могут знать-то, ребят? Они прошли игру, вот и всем портят. Не, с чего ты взял, что они верно говорят? Да, знаешь, троллей-то полно, и поэтому есть такое свойство у людей там насрать другим. Так, типа, я самый умный, я прожил игру, вот, смотрите, кто убийца, я знаю. Не, мне кажется, они просто троллят, потому что... Мне вот так же, когда фильм начинают рассказывать, мне просто неинтересно становится. Mm-hmm. Или раньше было такое... Подожди, менты. Уходим. Да, скажи, он там. Уходим, надо спрятаться куда-нибудь. Раньше еще было такое, что принесу вот домой... фильм какой-нибудь. Ну, о, как-то привычка уже, всей семьей садились смотреть. Сейчас начну а обыск. Тут потом как-нибудь, ну, погуляю, приду, а они уже середину фильма смотрят. Я говорю, а чё вы меня не дождались? А ты гулял где-то. Я говорю, ну, понятно, и все. Чё нам делать-то? Давай уедем нахер. И потом просто не смотрел фильм. Потому что желания нету, его до меня уже посмотрели. Уедем мы? Да, езжай. Уйти. Ну, все, погнали.
А то двоих еще схватят. Да, точно. Хотя бы мы одни останемся живы и дальше узнаем, что там. Нам надо дальше идти спасать Шона. Да, чё, подожди, а тут это... есть какие-нибудь действия? Ему уже хватит пальцы обрубать. Может, в окно можно убежать? Ох ты нафиг, бежим! Отлично, валим! Валим, 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 быстрей! Так, куда? Ну, давай же, беги! Ух ты, чёрт возьми, как неожиданно. Он убегает! Держите! Не, знаешь... У меня одногруппница есть. Смотрите, так же по балконам прыгает. Не. Она постоянно спойлерит всякими фильмами, говорит: ой, я тут недавно такой фильм смотрел, там еще убийца, бармен. И я так, ну, спасибо, я уже вряд ли посмотрю этот фильм. Так, направо, отлично, по лесенке. Эх, не туда, не сюда. Наверх, наверх, вверх, 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 точно. Куда это наверх-то? Прыгнет, что ли? Костик. А, все верно, отлично. Сейчас по крыше пробежим. Сейчас будет говно в них кидать. Вон, видишь, мизинца нету. Офигеть. Вниз, вверх. Отлично, бежим, 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 как пятнашки. Надо нарисовать. Было им. Так, ну и зачем вот, если можно было обойти? Ух ты! У тебя выбор был, вверх или влево, ты нажал вверх. Ну, я не думал, что он так долго будет. Ну вот и все. Так, а тут что, ну прыгай ты. Откуда-то бежим, 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 бежим. Они даже не кричат, стой, стрелять буду. Офигеть, что происходит? Беги, беги быстрей. Ага, он поймать даже не может. Знаешь, это, по-моему, русская. Русский. Милиционер. Они так же нелепо бегают. Ну, они сейчас полицией зовутся, так что. О, да. Не милиционер. Russia Police. Русский полис? Ну, как... Страховой медицинский полис. Как по-английски полиция? Полис же? Полис, ну что такое там? Что на колени? Это Блейк? А, да, так, подожди. А, ну да, Итана Марстона же эту... Ой, это... Как его? Обвиняли? Нормана нету. Подожди, что нам сделать? Прыгать, прыгать. Прыгать? Ну давай, как Assassin's Creed. Бам, разбился. Я думал, там сено, а тут на леса упал. Так, мы ползем к гусеничке. А что, все, они отстали от него, дали ему время уйти, да? Я не знаю, они все на крыше пока спустятся. Ох ты, такси сейчас еще поймаем. А будто вот за такси отряду ОМОНа не угнаться, да? Да. Ну давай, сейчас Ашот бы сбил нас еще. Еще и машину отбирать, что за GTA? GTA, да, Grand Theft Auto. Смотри, забавно. Ого! Да. Чё за реакция? Ого! Я не знаю, что это за перевод такой. Ну и ладно, да, машина, чё с ней. Новую куплю, сел в лужу. Вот что значит сесть в лужу, когда тебя убийца оригами крадет машину и угоняет. О, получили доступ к новой награде, наверное, недотрога или что там. Мы же отказались от секса-то. От поцелуя. Так, где поцелуй, там и секс, да? Да, так смотри, они бы занялись, и тут такие менты. Хоба, всем стоять, и он бы не успел убежать. У тебя странная логика. Чего? Ну смотри, там, когда был маленький, тебя бабушка целовала. Ты говоришь, где поцелуй, там и секс. Не, это да ты ну сказала, не я. Я тебя переспросил, ты говоришь, да. Не, я думал, ты утверждаешь. Ну и логика у тебя ужасна, слушай. Не, по крайней мере, у них-то точно. Все, я с тобой не разговариваю. Да вообще не записывай. Простите, Скотт. Охренеть, попался. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Вот так вот. Сами напросились. И где у него глаза выпучились? Он что, реально на этого совсем был похож? На гремлина? Я думал, ты со мной не разговариваешь. Я с этими... Слушай, она сдала слушателями его. Говорю, да, зрителями. Отлично. О, смотри, в аквариум закинули. А, подожди. Офигеть! Блин. Машину красиво. Утопили. Красиво. Жалко же. Ко дну идет или уже на дне?
Давай, надо выбираться. Давай, давай. Посмотри по сторонам. Может, там пистолет будет. Посмотри, давление. Стекло разрушено. R1. Можно... Прикуриватель, да? Не, можно радио включить хоть не под... Не просто так подыхать. Нет, не удалось, подожди. Может... Ну, поворачивай. Сейчас. Помирать. О, отлично. Отлично, теперь мы видим, куда падаем. Нет, все-таки нам нужно повернуть. Сейчас. Ну, сейчас будем ждать, пока прикуриватель включится. Но. Хотя он логично... Дожимай. Логично он это включил. Ну, как его? Свет? Ну, на аккумулятор. Так, L2. Вот она. Ну, это долго будет. Грыз бы уже давно. Ни хрена у нас не вышло. На яйца уронил. Блин, надо что-то предпринимать. Офигеть! Блин. Ну, вверх дергай. Да сейчас руль отрывай. Сломать. О, отлично. Че, оставляем проститутку тут? Она нас предала. Ну ее нафиг. Давай, точно, налево в окно. Валим. Давай проституткой, башкой ее бей. Подожди, дверь-то тоже не открывается. Разбивай стекло головой проститутки. Да сейчас. Давай, отличная идея. Ну, че ты? Подожди, он... Не может разбить сраный слабак. Может через другую дверь? О, отлично. Ногой, отлично вообще придумано. Ну давай, двумя. Хагрид. Какой? Без бороды. Отлично. Че отличного? Мы человека топим. Да надо... все нормально, давай. Да, надо выплывать. Фу. Последний.